Папин самолет задерживается. С ним случилось что-то. Я пытаюсь его найти, но нас не бросал. Разве это похоже на Диву? Он вернется, мам. Месторождение в шельфовой зоне у берегов Сирии. Вот наша цель. Не вложимся в Сирию сейчас, туда придут наши конкуренты. Прогноз окупаемости 300-400%. Не бойся, Игорь. Туда вкладываются люди посерьезнее. Хочешь — бухай, хочешь — нюхай, хочешь — трахайся. У тебя хоть капля гордости есть? Я хочу нормальную семью. Ребенка. Нельзя иметь детей. Это уже третий выкидыш. В чем я виновата? Что я делаю не так? Олег, серьезно. Димка, смешно. Видишь, Инадин? Я его найду. Только перестань меня дергать. Я его мозги вышибу! Опустили стволы! Опустили! Мне нужен Рашти. Живой и невредимый. Я хочу знать о нем все. Национальность, гражданство, круг общения. Он следит за мной, Олег. Он псих. Романтик. Боюсь ли я правда? Конечно, боюсь. В любом случае, хуже, чем сейчас, уже точно не будет. Скорее всего, Димы нет в живых. Для меня это тоже личное дело. Я не могу тебе дать того, что ты хочешь. Хотел, чтобы он погиб. Да! Пусти! Успокойся! Мне крайне трудно действовать по плотинной схеме. Люблю я его. Любовь. Тебе с чистой совестью можно под этого пацана лечь? Да. Единственный человек, который знает, что произошло с моим братом. Это Глеб. Я кое-что придумал. Внимание, всем приготовиться.